Всем привет! Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2019 года состоится в США. В соревнованиях примут участие спортсмены из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании. Турнир пройдет с 7 по 10 февраля на арене Honda Center в Анахайме. Последний раз США проводили чемпионат четырех континентов в 2012 году. Тогда хозяином турнира был Colorado Springs. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока!